Привет, дорогие мои, и это Германа Черногории с гор. Я опять еду на снег. И, короче, тут вот такая вот какова красота. Какова красота. Вот она. Вот, смотрите, вон снежок. Снежок, вон бока, бока. Вон вот это вот... Писта. Вот это называется писта. Это, короче, взлетно-посадочная полоса Тивот. Вот. Вон Лушчица целиком. Лушчица. Вот. А там где-то за углом, за задворками жизни, там Будва. Холодно, ребятки. Минус 2. Минус 2. Холод. А вот наш редактор. Минус 3. Минус 3, да. Минус 3. Давай, что вот это хотел рассказать? Ну смотри, вот это Котор. Это Котор, да. Вот, да. Там справа. Да. Там Тивот. Да. Прямо. Ага. Взлетная полоса. Это я говорил, писта. Писта. Не пизда, а писта. Лушница. Да. И вот там дальше Герцегновия. А вон там, да, далеко. А вот это вот Ориен гора. Да, это горный массив. Да. Да. То есть точка, с которой видно три города. Гору, ага. Аэропорт. И прикол в том, что Ловчан-то как раз отсюда и не видно. Николай. Здорово. Привет. Как твое? Ничего. Ну ты посмотри на это. Мое ничего, очень даже ничего. Отлично. Ты тут был хоть раз? Ну, я здесь был раз 5, наверное, но вот конкретно в этом месте не останавливался. А, прикольно. Вот видишь. Вот, поэтому я тоже буду снимать. То есть ты тоже будешь. Какова красота. Какова красота. Вот это вот. Вот. Следите за этими блогерами, они вот, видите, вот все. Заметь, какой вот этот горно-непробиваемый человек вообще. У него шерсть. Он, знаешь, сколько отращивал шерсть специально, чтобы не мерзнуть. Кафанька закрыта, не пускает нас. Спасибо за вкусное питание. Давай, до свидания. Ощущение, как в бане, только наоборот. Жжет холодом. Ветер, холод, влажность, жопа. Короче, путешествовать в горы зимой — такая себе идея. Холодно. Пока блогер греется в машине, редактор вот нашла ведро. Да, вообще сейчас час дня, здесь минус 3. В общем, вот, короче, этот вот Негашева куча, вот это вот, викендится. Вот, я считаю, там был, но надо сбегать с Денчиком обязательно и с Евгеном, вот. Короче, мы, в общем, приехали куда-то. Я супа хочу, супа. Так, давайте вот покрасивше сделаем. Все. На улице минус 8. О, это я. Да.
Я уже в капюшоне. Соскучился по морозу? Да, на! Такой, да. Лови мороз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я могу вот здесь сделать снежного ангела. Или тут стоптанный снег. Вон туда пошли. Что там надо делать? Подожди, упасть и сделать вот так, да? А можно я не буду падать? Ну ты можешь лечь. Греби. И ногами греби. Так, люди должны получать от этого удовольствие, да? Греби руками и ногами. Вот. Ребята, я делаю это только для вас. Я не получаю никакого удовольствия от этого. Это холодно и мокро. И это очень стрёмно. Вставай. Мне не нравится. Сейчас мы твой след покажем. Вот, подожди, отойди. Это ангельский след, который оставил Герман. Уважаемые туристы, это место паломничества. Только что известный блогер Германа Черногории оставил свой ангельский след на этом месте. Вот. Вот. Табличку можно поставить. Вот. А это наш вырезаторка. Редакторка и вырезаторка. Вот. Видите, как я не замерзший. Тут очень холодно. Я их специально на мороз привез, чтобы зарплату им не платить. Че, пошли в кафеху, чербу хавать. Так, проверка ресторана. Надеюсь, он работает. Что ты просишь? Мест нету. Серьезно? Один стол, и он резервированный. Говорят, есть отель Монте-Росса 500 метров отсюда. Большой привет, кафе «Краличный выр». Места нету. Все, помчались. 2021 год! Сергей Черный. Санки для тебя специально. Да, спешл. Ну что, дорогие мои, я очень хотел посетить кафе, которое я не посетил, поэтому я иду искать другое кафе. С Новым годом, крошки. Отель Монте-Росса. Идем искать свободные места. Короче, жопа. Со столами жопа. Пока все остальные мерзнут на улице и паркуют машину, я, как боженька, сижу в кафешке. Пивка бы еще организовать бы, было бы вообще шикарно. Пока вам покажу, как выглядит эта кафешка. Короче, пока все еще идут, я уже заказал себе пивчанского 0.33. Живили. С Новым годом. Слушайте, батарея прям, я сел, реально у меня батарея за спиной. Вот она. Вот она. Ведь ты не мой лопушок, а я не твой, Андрейка. И у любви у нашей села батарейка. Вот, а у нас батарейка не села, у нас все отлично. У меня еще пауэрбанк в багажнике лежит. Вот. Надо, наверное, все-таки сейчас выйти и полетать на дроне. Да? Надо же. Я просто боюсь, чтобы его не сдуло. Потому что и холодно, я не знаю, как дроны ведут себя. Напишите в комментариях, как дроны ведут себя, когда холодно. На улице сейчас минус 8, если верить градуснику в машине, минус 8 градусов. Вот. А я такой, видите, раскраснелся, я прям как этот, как Матрёна из сказочки. Бывают яблоки на снегу, а бывают дроны на снегу. Дроновый на снегу. Так, у нас что-то пошло. По звезде. Чего? Почему ты ничего не показываешь? Что случилось? Metering is disabled. Что такое? Может, он не понимает, как тут снимать? Короче, он весь поломался. Смотри, что творится. Может, у него нету здесь этой карты, ну он типа... Я не знаю. Manual explode is enabled. Что происходит? Может, он в холодильнике не работает? Может быть. Он почему-то не показывает камеру совсем. Какой-то ад. Почему камера показывает вот такое? Я не понимаю. Что случилось? Дрон почему-то не хочет летать. Он сказал, что он приехал в теплую солнечную Черногорию, и он не подписывался на то, чтобы в минус 8 его заставляют вначале ложиться на холодный снег, а потом летать.
Он не хочет. Он говорит, что ему недостаточно энергии батареи. Я думаю, что он замерз. Вот так вот полетали. Короче, попытался я задронить. Задронить не получилось. Дрон сказал, что иди нахрен. Зима. Я в Черногорию хочу. Нива, Toyota, управляй мечтой. Нива, управляй хуйней. Минус 8. Вот если нам на канал прилетит страйк, спасибо вот этому человеку. Да ну далеко. Вот этому. Вот. Дети вдалеке катаются. Вот, я закрываю. Ставим 500 лайков, и мы спустим редактора вот с той вершины. Нет. Ну, вот так ведет себя дрон на морозе. Вот, видите? Это какая-то жесть. Это я уже внутри кафеки сижу, отогреваю его. Вот, видите, он постепенно оживает. В общем, попросили меню, нам его несут. Сейчас посмотрим, что будет в меню. Ну, нам тазик рыбли-чорбы, наверное, и достаточно, или это телячий. Видите, вы наблюдаете, как зажравшийся редактор отказалась от рыбли-чорбы и сказала, что будет меню смотреть. А ты веришь, что тут рыбля нормальная в горах? Может, все-таки телячий? В горах рыбли-чорба. Знаменитые горные рыбы, понимаешь? Меня это и смущает, что рыбля-чорба... Они сюда прилетели. Знаменитые летучие рыбы, которые прилетели. Прилетели на ловчем. Я, конечно, дико извиняюсь, но вот видите размер тарелочки, и где-то там на дне есть супчик. Короче, как-то останемся мы голодными. Короче, тарелочка примерно такая же. Но супчика чуть побольше. И супчика примерно столько же. Ложка стоит. Не стоит. Вы помните, этот черная госпожа-то нам сказала, что стоит ли покупать недвижимость в Черногории? Стоит. Так вот. Здесь не стоит. Короче, все ходят в ресторан, а мне ничего. Ну, не самая вкусная рыбья чорба, которую я ел в жизни, но... Размер порции. Но размер порции, конечно, да, никакой. Вот. А для начала я перепутал туалеты. Я зашел в женский, потом думаю, что-то очень чисто, поэтому вышел и посмотрел, что на двери юбочка нарисована, и поменял туалет. Но потом дальше вообще офигенная история. Тут, знаете, в туалетах таймеры стоят и датчики движения, и свет выключается. Так вот, я зашел в туалет, подошел к писсуару, расстегнул ширинку, начал процесс, и в этот момент погас свет, потому что таймер закончился. Но это не самое главное. Дальше в туалет заходит черногорец, я в темноте стою, писаю. Но это еще не самое главное. Он, короче, заходит, включается свет. Он понимает, что он меня побеспокоил. И говорит, извини, брат. Ну что, в общем, короче, закончили мы в кафешке. Поехали домой. Лайки, подписчики, комментарии. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Йоу. Все замерзли, все уставшие, больные. Вот это вот Вася. Все, до свидания. Пока.